На татами воспитанники ВПК. В Новом Осколе прошли открытые соревнования по армейскому рукопашному бою на приз военно-патриотического клуба «Патриот». В них приняли участие более 50 бойцов из нескольких районов области. Для большинства это первые бои с соперниками из других клубов. Лучшими оказались новооскольцы из клуба «Патриот». Основной упор сейчас вот на ребят, которые только пришли тренироваться. С 12 лет как в клуб можно и девочкам. Да, добро пожаловать, будем рады. Девчата тоже были хорошие. Вот у нас, допустим, Юдина Алина становилась чемпионкой России. Есть момент, что будем развивать и женский спорт.